Это роза гейша, чайно-гибридная роза. Листва зеленая, глянцевая. Много бутонов. То есть при распуске тоже также не показывает свою серединку. Так выглядит гейша. Высота у нее может достигать в наших местах 1,5 метра. Да, в принципе, может достигать и выше, в зависимости от того, как вы будете ее стричь, ну и, соответственно, за ней ухаживать. Средняя высота куста 140-130 сантиметров. Бутон довольно большой. Середина у него более насыщенная, края становятся светлее. Вот так вот отцвевший бутон выглядит, то есть он становится светлее, но серединку свою не показывает. Пионовидная роза, чайно-гибридная гейша. Так выглядит сам куст. Куст первый год только цветет. На второй, на третий год, конечно же, он разрастается, добавляются новые побеги, новые ветки. Бутон с ладонь. Примерно будет 10-12 сантиметров диаметр бутона. Гейша от розы Бушис. Устойчивость к болезням, устойчивость к зиме, к осадкам. Бутон держит крепко, ножку, головку свою не клонит. Отлично подходит для среза, потому что на одном бутоне может вырастать как 3 бутона на одном стволе, так и 1.